Сегодня у всех 11-классников страны прошел последний ЕГЭ. 139 тысяч российских выпускников сдавали биологию и почти 90 тысяч информатику. В Губкинском экзамены прошли на базе 7-й школы. 33 ученика писали ЕГЭ по биологии, 29 по информатике. В пункте проведения экзамена созданы все необходимые условия. До входа в аудиторию организован питьевой режим. Также в пункте проведения у нас работают общественные наблюдатели. Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей и 28 заданий, на выполнение которых отводится 3,5 часа. Минимально для прохождения этого испытания нужно набрать 36 баллов, а по информатике 40. Впрочем, и времени для решения задач там предоставляется чуть больше – 3 часа 55 минут. Результаты экзаменов будут известны не позднее 27 июня. Добавим, по нескольким прошедшим ЕГЭ результаты уже огласили. Как сообщили нам в Управлении образования, пока на аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении в Губкинском идут 12 выпускников. В их числе ученик Роснефть-класса 4-й школы Кирилл Кононович. В ЕГЭ по математике профильного уровня он набрал 99 баллов из 100 возможных. Это лучший результат.